Сегодня в региональной службе коммуникации состоялась пресс-конференция с участием заместителя руководителя управления здравоохранения Акимата Жамбылской области Хамита Мурзакасымова. Речь шла о цифровизации сферы здравоохранения. На сегодняшний день в области имеются 5260 медицинских работников, 4999 из них обеспечены компьютерами. В целях достижения 100% оснащенности компьютерной техники из областного бюджета выделено 1013 миллион тенге. Уже приобретено 880 единиц компьютерной техники. В информационных системах работает 8686 человек. По словам спикера, в Таразе и районных центрах из 398 учреждений 364 подсоединены к интернет-сети. В соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 апреля 2018 года под номером 152 о внедрении пилотного проекта по переводу медицинской документации в организациях здравоохранения на безбумажное введение из 121 формы первичной медицинской документации 111 полностью внедрены в медицинские информационные системы в цифровом формате. Отметим, что во всех организациях области, оказывающих первичную медицинскую помощь, открыты посты цифровой грамотности. Обеспечить доступ граждан к информатизации и о состоянии их здоровья через интернет и расширить возможность получения медицинских услуг посредством различных мобильных технологий. Все медицинские организации должны с 1 января 2019 года перейти на безбумажную форму работы. До конца текущего года все медицинские организации должны быть 100% обеспечены информационными системами.